Относительная тишина наблюдалась в минувшие сутки в Донецке, чего нельзя сказать и о соседних населенных пунктах. Бои шли в районе Марьинки, Песок, Спартака и Опытного. Неспокойно в районе Горловки. Накаляется ситуация на юге области. Под огнем крупнокалиберных орудий Широкино, Бердянская и окраины Толоковки. Информации о пострадавших пока нет. Относительная тишина наблюдалась в минувшие...